Здорово, бойцы! Продолжаем проходить Metal Gear Solid. И, короче, сейчас наша основная задача найти, короче, Мэрил. Вот, она вроде как, когда мы связывались с ней по кодеку, попала, что ли, в беду или куда-то, что-то там, короче. Надо ее найти. И со слов профессора, мы ее сможем, короче, узнать по походке. Так я не знаю, как мы это сделаем. Придется, наверное, осматривать каждого, короче, следить за каждым солдатом, которого мы будем встречать. Вот. И следить за походкой. Также мы взяли, короче, с вами карту уровня 4. Вот. Давайте. Пистолет еще выберем. Вот. Карту уровня 4. И отправимся, наверное, снова в газовую комнату. Посмотрим. Так, по гранаты. Посмотрим, там, по-моему, была дверь, короче, с уровнем 4. Может быть, там какой-то лут лежит, лутяга. Попробуем с вами. Что-нибудь раздобыть, может, там что-то интересное лежит. Вот. Ну а дальше отправимся на поиски Мэрил. Ну и там у нас куча. Так, погоди. Там у нас куча этих камер с пулеметами. Я думаю, надо будет. Так, сейчас глотнем воздуха. Надо будет использовать, я думаю, эми-гранаты. Они вроде как выводят из строя всю эту хрень. Ах ты, блин. Вот неудобно сделано это, то, что карточки переключать, вот это вся фигня. Так, паёчек. Да, паёк мы истратили, когда с ниндзей сражались. Так, там у нас камера. Это еще раз воздух оглотнем. Оденем противогаз. Отлично. Так, вот, 3. Окей. Давай-ка выберем эми-гранаты. Где они тут у нас? Отлично. Так. Это уровень 6, да? Нам, смотри, еще сюда придется приходить. Шестой уровень есть. Так, еще одну гранатку сейчас кинем. Так. Ракеты. Отлично. Здесь у нас, понятно, прибор ночного видения, интересная, да, штука. Пригодится, я думаю. Так, давай еще раз вырубим. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Противогаз. У нас воздух кончается. Надо бежать, бежать в комнату. С воздухом. В принципе, отлично. Так, теперь можно выбрать пистолет и сохраниться, наверное. Так, окей. Теперь внимательно будем следить за каждым, короче, солдатом, за каждым врагом. Называем лифт. И давайте, наверное, по порядочку. Мы сейчас на B2, давайте отправимся на B1. И так вот по порядочку пойдем искать нашу Мэрил. Так. Окей. Здесь что у нас? Здесь у нас закрыто. Ну там ходят, да. Враги.
Так, уровень 5. Отлично. Уровень 5. Кто здесь стоит? Ой. О. А чё? Я, короче, накосячил. Окей. Накосячил я там. Так, я думаю, наверное, сейчас приедем, и я сохранюсь. Я не на ту кнопку, короче, нажал. Я как в этом, знаете, Resident Evil. Управление. Готов? Готов. А если это была Мэрил? Окей. Ну, я думаю, нам бы сказали, если бы это была Мэрил. Так, ладно. Здесь мы чувака убили. Так, 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 так. Там сюда идет. Эди, что там с походкой? Так. Это нормально ходит? А, вот, смотри. Смотри, она жопой виляет. Видел, да? Так, дай-ка я сейчас этого чувака сейчас вырублю. Мэрил куда-то свалила, короче, убежала. Он, походу, за ней пошел, нет? Блин. Надо этого чувака убить. Ты готов. Паёк взяли. Так. Здесь, по-моему, тоже какие-то двери у нас были. Еще один. Сколько вас тут? Чуть не могу понять. Ладно, допустим, давай-ка. Уровень 4, вот. Комната уровень 4, так, патроны. Патроны. Есть еще здесь уровень 4? Не видно, какой уровень. Уровень 5. Там какая-то аптечка, что ли, лежит или что-то. Понятно, уровень 6. Ладно. Вот, уровень 4. Картонная коробка Б. Мы, кстати, брали какую-то картонную коробку, по-моему, А, что ли, или что-то, и ни разу ей не пользовались. Опа, опа! А! Это Мэрил. Да? Да, это Мэрил. Куда иди? Куда она побежала? В смысле, где она? Стоять! А, фига, она уже скинула одежду быстро. Уже второй раз мне удается подкрасться к легендарному Солиду Снейку. Ты Мэрил? Ты не сможешь долго оставаться незамеченной среди солдат. Что ты имеешь в виду? Эй, мужчинам вообще-то нельзя сюда заходить. Я не предполагал, что ты такая женственная. Сейчас не время пытаться подцепить меня, Снейк. К тому же это бесполезно. Когда я пришла сюда, мне провели курс психотерапии, чтобы уничтожить интерес к мужчинам. Тот же острый язык. Ты действительно, Мэрил? Ты ранена? Пока нет. Я ведь была переодета как геном солдат. Тогда почему решила переодеться? Тебе лучше быть одетой, как они. Я устала прятаться. На самом деле, эта униформа пропахла кровью.
Что это за рисунок? А? А, это? Это нарисованная татуировка, она не настоящая. Я была фанаткой Фоксхаунда, когда парни вроде тебя и моего дяди были в нем. Никакой генотерапии, как сейчас. Вы, ребята, были настоящими героями. На войне нет героев. Все герои, которых я знаю, либо мертвы, либо в тюрьме. Или то, или то. Но, Снейк, ты ведь герой, не так ли? Я просто человек, хорошо делающий свою работу, убийство. Для наемника нет ни побед, ни поражений. Единственные победители на войне — люди. Правильно. И ты сражаешься ради людей. Я никогда не сражался ни за кого, кроме себя. В моей жизни нет никаких стремлений, никаких высших целей. Да брось. Только играя со смертью на поле боя, только тогда я чувствую себя по-настоящему живым. Видя смерть других людей, ты чувствуешь себя живым? Ты любишь войну и не хочешь, чтобы она прекращалась? Разве не то же самое было со всеми великими солдатами? Почему ты не связалась со мной? Мой кодекс сломался. И все? Ты должен был рад, что мы все-таки встретились. Как ты узнал меня в маскировке? Я никогда не забываю, дам. Значит, что-то во мне тебе понравилось. Да, у тебя отличная задница. Понятно, сначала мои глаза, теперь моя задница. Что дальше? На поле боя я никогда не думаешь о том, что будет дальше. Нормальный такой разговор. У тебя отличная задница. Так что, Снейк, как проходят переговоры? Никак. Значит, все зависит от тебя. Кто-то должен предотвратить запуск ядерной ракеты. Есть два способа. Либо мы уничтожим Metal Gear, либо мы отменим код детонации. Карты-ключи Бейкера у тебя? Карты-ключи? Ты об этом? А где остальные? Их должно быть три. Это все, что у меня есть. Где могут быть остальные две? Без понятия, но они должны быть где-то. Если мы их не найдем, то у нас не останется, кроме того, как уничтожить Metal Gear. Metal Gear находится на подземной базе. Возьми меня с собой. Я знаю это место лучше тебя. Будешь мне только мешать. У тебя недостаточно боевого опыта. Я не буду тебе мешать, обещаю. А если вдруг... Тогда можешь пристрелить меня. Не люблю тратить патроны впустую. Поняла. Я буду осторожный. Знаешь, я не использую косметику, как другие женщины. Я даже редко смотрю на себя в зеркало. Я всегда с презрением относилась к таким женщинам. Я всегда мечтала стать солдатом. Но я ошибалась. Не это было моей настоящей мечтой. Мой отец. Его убили на задании, когда я была маленькой. Ты хотела последовать по стопам своего отца? Не совсем. Я думала, что если стану солдатом, то смогу лучше понять его. И как, ты уже солдат? Я так думала до сегодняшнего дня, но сейчас я поняла. Дело в том, что я просто боялась посмотреть на себя. Боялась принимать собственные решения в жизни. Но я больше не собираюсь лгать себе. Настало время внимательно посмотреть на себя. Я хочу знать, кто я, на что способна. Я хочу понять, почему жила так, как жила до сегодняшнего дня. Я хочу понять. Да, хорошенько посмотри, больше, может, не будет такой возможности. Также умойся, пока ты здесь. Да. Мы не на тренировке, на кон поставлены наши жизни. Здесь нет героев или героинь. Проиграл, и ты корм для червей. Да. Это ФАМАС без патронов? К сожалению, нет патронов. Откуда у тебя этот Desert Eagle? Нашла на складе. Пистолет калибра 50 АЕ, у него сильного действия. Там еще был соком, но я выбрала этот. Значит, я взял то, что осталось. Не слишком ли велико это оружие для дамы? Не волнуйся, я справлюсь с ним. Да брось, возьми мой 45-й. Послушай, я пользуюсь подобным оружием с 8 лет. Ты меня чувствуешь комфортнее, чем с бюстгальтером. Если мы идем на север, нам нужно пройти через комнату командующего на этом этаже. Проход по поверхности заблокирован дневниками. Дверь в комнату за командующего имеет 5-й уровень защиты. Эта карта откроет ее. Она была в кармане униформы, которую я носила. Похоже, он охранял какое-то важное место. Хорошо, идем. Я знаю, это место лучше тебя. Я буду ведущим. Иди за мной. Так, окей. Она дала, короче, карту 5-го уровня. И видели дверь, да, там 5-го уровня. В коридоре. Видимо, это то помещение, короче, командующего какого-то, про которое она говорила. Так. Одежда тут валяется. Что там? Смотри на башмаки.
Что это за башмачки такие? Окей. Странно, пропала охрана. Что случилось с музыкой? Я смотрюсь. А ты пока приготовься, хорошо? С музыкой? Нормально, Снейку не нравится, что пропала музыка. Отлично. Ну, конечно. Без саундтрека-то как-то неинтересно. Так, давай-ка посмотрим, что у нас, 5-й уровень, да? Здесь есть 6-й. А, вот здесь 5-й. Да, вот здесь с аптечкой. Диазепам. Какой-то. Че? Какие-то таблетосы взяли. Окей. Так, а здесь у нас получается паёк. Патроны. Патроны. Ракет у нас для Никиты очень много. Так что он не хочет их больше брать. Так, ну чё, идем? Ты ведущий, ты веди давай. Погнали. Ну, короче, в принципе, понятно, куда нам идти. Нам сюда идти надо. Давай сохранимся. Еще одна дверь 5-го уровня. Я думал, что он так остановился, я думал, что-то сейчас будет. Моя голова. О, больно. В чем дело? Да ладно. Не подходи ко мне, Снейк. Да ладно, я сейчас. У него, короче, та же фигня, когда. Помните, чуваков-то постоянно убивало это. Ты в порядке? Что произошло? Я в порядке. Отпустила. Okay. Хорошо. Идем. Ну же, господин Фоксхаунд, командующий ждет. В смысле? Че она так странно разговаривает? Какой нафиг? Командующий Фоксхаунд, ты че? Мэрил. Что-то попутала? В смысле? Мысли. Я делаю вид от первого лица, и, короче, это. Я вижу сам себя. Так и должно быть? Ладно. Допустим. Так. Нехилый такой зал, да? Куда он побежал? Так, да ладно. Снейк. Я нравлюсь тебе? А, что за... Нравлюсь? Возьми меня, Снейк. Что с тобой? Быстрее, давай займемся любовью. Снейк, я хочу тебя. Кто здесь? А? Тебе не нравятся женщины? Эдди? Снейк, Мэрил не в себе, не применяй оружие. Это психомантис, он ей управляет. Эти звуки его музыка для контроля разума. Не применяй оружие, попробуй вырубить ее. Вырубить. Окей. Давай-ка вырубим сейчас, сохранюсь. Только. Так, для выхода. Достаточно тебе, нет? Еще? Вырубил? Вырубил? Я не вижу. Отпинал? Нет.
бесполезная женщина. Оптический камуфляж? Надеюсь, это не единственный твой трюк. Ты... Ты сомневаешься в моей силе? Сейчас я покажу тебе, почему меня считают лучшим практикующим, психокинетиком и телепатом в мире. Нет, в словах не тужды, Снейк. Короче, психомантис. Я психомантис. Все верно. Это не трюк, это настоящая сила. Это бесполезно, я же сказал. Я читаю все твои мысли. А сейчас я прочту твои мысли. Нет. Лучше я расскажу твое прошлое. Ты очень методичный человек. Последнее слово всегда остается за тобой. Ты очень опытный воин. Как раз подходящий для этой тайной миссии. Ты очень осторожен с ловушками. Ты либо слишком осмотрительный, либо просто трус. Ты еще не веришь мне? Тогда я загляну еще дальше в твою душу. Твоя память абсолютно чиста. Ты не часто сохранялся. Нормально, ты обеспечен. Не часто сохранялся, говорю. Я читаю тебя как открытую книгу. Демонстрация окончена. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! В смысле? Хидео. Что значит Хидео? Воу! Что это было сейчас? Так, погоди. Оружие. Так. Ой-ой-ой, стулья летают. Ну, короче... А чё за... Я не понял, а чё за надпись Хидео была? Ой. Так, сохранки. Так, погоди, а чё-то я по нему не попадаю, что ли, или чё? Сюда иди, я тебе сейчас в рукопашку. А чё я по нему не попадаю? Погоди. Опять Хидео. Что за фигня? Что происходит, блин? Так. Он исчез. О, попал. Да ладно, я попала по нему один разок. Еще. Или это он мне заехал? Ой. Он меня сейчас, короче, укокошит. Дай-ка я сейчас автомат выберу. Нифига. Я по нему не могу попасть. О! Я снова заехал ему разок. Ладно, поем. Да блин, картины. Получается.
Да блин, эти стулья странные. О, отлично. Так. Капец, я его так долго буду бить. Тактика должна быть, я не знаю. Воу-воу-воу, разошелся. Причем, смотри, я в упор в него стреляю, и ему, по-моему, пофиг вообще. Он только своими стульями тут... О, отлично, попал. Он только своими стульями тут... Момент какой-то надо. Нифига. Просто в упор стоишь и вообще ему пофиг. Смотри, вот видишь, опять разок попал. Ладно. Ой. Где чувак? Засранец. Блин, эти кресла достали. О, отлично, попал. Это вообще ни о чем. Это как-то, я думаю, это так не должно быть. Надо, короче, тактику какую-то искать. Может, не знаю. Может... Да вообще просто я в упор стою, махаюсь, ему вообще насрать. Может, как-то, я не знаю, вот эти штуки отбивать в него, которые он бросает. Тоже не успеешь это сделать. Нет, вообще просто оружие. Погоди, а если я сейчас эту Эми гранату использую? Нет? Не получится? Нет? Замочил меня. Так, ну что, друзья, давайте Психомантиса будем убивать уже в следующей серии. Вот там в комментах вы писали, короче, что какую-то мне подсказку дадите, напишите, как его убивать, что-то там или как-то так. Вот, буду этому рад. Вот. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий.